Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Пасхаль Виварий из города Челябинска. Сейчас где-то примерно 12 часов ночи. Видите, какая темень. Я сижу в лесу, у меня вот такой вот прекрасный самовар. И вот темно, жутко. Свет мне такой вот освещает, такой вот. И ко мне прилетел, вернее, вот такой вот друг, обратите внимание. Какой мотылек прекрасный. Вот моя рука, да, смотрите, какой он огромный. Вот у меня здесь такая студия своеобразная, да, ночная, летняя, лесная. И вот ко мне прилетел вот гость. Как у вас дела? Вы не подскажете, друзья мои, а? Как мотылек? Вот сейчас, смотрите, какой он. Ух ты, какой цепкий-то он. Ух ты. Видите, прям это, ну вот видите, какой красавец. Вот такой вот прекрасный мотылек. И не хочет поговорить со мной, да? Или все-таки останется? Смотрите, какой цепкий-то он, а? Прям вцепился, прям смотрите, какой он, да? Прям. Так что вот, кто там из леса может прийти, я даже не знаю. Ну, мне не скучно и не страшно, потому что, видите, вот у меня такой вот мой друг. Сейчас мы его отпустим, наверное, да? Обратите внимание, какой, да, он. Какой красавец, а. Ну, вот, скорее всего, это вот ночной мотылек. Потом, наверное, я изучу, да, смотрите, какой он прекрасный. Вот еще, смотрите, один к нему. Он, видите, да, прилетел. Так что вот, каким-то образом, видите, да, вот он сейчас... За жизнь. Ну что, кстати, один прилетел. Ну-ка, давайте сейчас найдем его. Где он? А это, видите, все, он не улетает. Вот, полетел туда, вон, видите, на свет. Вон. Ну, борьба за жизнь.